Дознавателем Артема направлено в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Причастность жителя Артема к совершению преступления доказана. Человеку может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В июне в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный со двора частного дома, расположенного по улице Березовой, похитил собаку породы немецкая овчарка. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По признакам преступления возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В ходе расследования установлено, 26-летний местный житель в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина похитил и убил домашнее животное. Расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.